У этого турнира есть свое имя. Он посвящен памяти Ирины Федоровой. Под ее руководством полвека назад начала развиваться Новосибирская школа художественной гимнастики. Преемственность поколения всегда должна быть. И то, что мы помним нашего тренера, нашу знаменитую Ирину Николаевну, ее знали, вся Россия ее знала. Поэтому к нам приезжают, ее помнят, почитают. Отдать дань памяти новосибирскому тренеру сегодня приехали юные спортсменки из разных уголков России. Самым маленьким участницам едва исполнилось 5 лет, но на детских лицах ни тени страха, только улыбка и сосредоточенность на мелочах. Даже в столь раннем возрасте гимнастки уже знают, как понравиться судьям. Ну, надо и делать элементы все, повороты скручивать, ловить риски. Надо тянуть носки, надо выразительно танцевать. Хорошо улыбаться, простоять все упражнения. Самые главные болельщики и помощники – это родители. Кто еще поправит прическу, поднесет булавы и поможет советом? Зачастую папы и мамы волнуются гораздо больше самих гимнасток. Сегодня выступают даже целые спортивные семьи. У Дины Макаровой на ковер выходят две дочери. Каждый родитель боится травм у девочек, потому что все-таки гимнастика хоть и очень красивый спорт, почему девочек всегда в него отдают? Это все-таки тропические различные упражнения, большие нагрузки. Уже известны первые результаты турнира, но для некоторых это только лишь начало. Ведь на протяжении еще 2 дней юные гимнастки будут соревноваться в индивидуальном и командном зачетах. Управляться с этими снарядами могут только по-настоящему талантливые и целеустремленные гимнасты. И неважно, сколько им, 5 или 15, ведь стать лучшими сегодня хотят все.